Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья», «Натура Сибирика» и 63 других в качестве обеспечения по иску компании «Н-плюс Рециклинг», которая ранее входила в группу «Н-плюс» Олега Дерипаски. Об этом РБК сообщили в компании «Первое решение», которое является основным юрлицом «Натура Сибирика» и других брендов. Компании назвали действия суда неправомерными и предупредили, что арест может привести к закрытию косметических производств и сетей магазинов, что в свою очередь повлечет за собой потерю работы тысяч сотрудников. Президент Национальной ассоциации корпоративных юристов Сергей Уриску считает, что арест брендов на текущую работу компании не повлияет. Существенно угрозы деятельности самой компании здесь не присутствуют, потому что нет запрета на применение товарных знаков. И, в принципе, я могу объяснить, почему, скорее всего, этого запрета нет. Есть запрет просто на регистрационные действия с этими товарными знаками. И в обычном случае, если компания продолжает свою деятельность в нормальном режиме, ей не нужно никуда продавать или иным способом использовать товарные знаки, кроме как по прямому назначению. Поэтому в этой части обеспечительный иск вполне себе выглядит нормально. Компания просто не сможет никуда действительно передать товарные знаки. Иск на сумму 4,5 миллиарда рублей касается мартовского пожара на заводе в подмосковном Дмитрове. Предприятие принадлежит «Н-плюс Рециклинг». Первое решение арендовало в нем помещение. В одном из них и произошло возгорание. Первое решение не признает своей вины в пожаре и считает сумму иска нереалистичной. Компания утверждает, что она ничем не подтверждена. Первое решение выставило арендодателю встречный иск на 490 миллионов рублей. Это стоимость сгоревшей продукции сырья. РБК направил запрос в «Н-плюс Рециклинг». Редактор